Но тем не менее, супер пошесит, пошесит, нашел себе нашел себе нового мейна, не менее жесткого и спамящего, нежели Кенши в МКХ. Это, конечно же, Люкан. Поехали. Люкан. Ну а конец использует извержение пламени. Это первая, да, вариация. Поехали. Сразу же со спарочек начинает. Конец. Конец. Так. О, обратите внимание, что Супер Посешет использует достаточно редкую вариацию за Люкана. Легенда в уши. Ушная легенда. Как ушная сера. Любит все поджигать. Оп. Лоу оверхед заходит от конца. Так. Найс. Прекрасный конферм от конца. Угу. Вперед 2, 4. Вперед 2, 4. Оп. А паниш апперкот. Плюс на блоке. Ой, куда полез Посешет. Терпит Посешет пока что. Ну вот, теперь 4-3. Ага. Ой-ой-ой, вторая спарка. Не успела зайти. Найс! Отличный конферм через вперед 2. Так. Где что-нибудь? Ну что, Посешет, показывай, какая ты легенда в уши. Камбэк. Будет ли камбэк? Ууу, перебивает Fatal Blow сейчас. Конец. И... забирает первый раунд. Хорошо. Оп. Найс, парки зашли. Вперед 2 чуть-чуть не достало. Надо было дэшиться больше. Угу. Ой-ой-ой. Хороший конферм от... от конца. Конца. Конец света. Так. Ой-ой-ой. 1-2 вторым ударом заходит от Супер Посешеда. Напоминаю, что 1-2. Просто потрясающая серия у Люкана. Угу. Но дожимает без особых проблем. Все-таки конец. Так. 1-0. Your soul is mine. 1-2, напоминаю, серия очень хорошая у Люкана. Плюс 3 на блоке. Все еще. И это не пофиксили. И это не шутка. Это действительно плюс 3. Ну и ко всему прочему... далеко продвигает, с воздуха сбивает. Ну, в общем, одни плюсы. Не смотрите, что первый удар хай. Все равно довольно быстро. Думает над вариацией, Посешет. Думает над вариацией. Нет, оставил ушную легенду. Да, супер позест. Тут мне подсказывает Шизик, что это позест. Позест, позест. Так. Ой-ой-ой, сразу же вперед один... ой, сразу же 1-2 начинает позест. Угу. Однерочка и бросочек. Почему бы и нет? Заряжает. Ой, вот она. Вот она, легенда. Заряжает свои ручки пламенем. Однако лоу оверхед решает все проблемы. Так. Очень много уважает позест. Оп. Хорошо, трейд. Трупами закидывает. Найс, как здорово, сейчас конец сбивает своими спарочками, вы видели? И просто в наглую позест, просто в наглую Dragon Slam Kick'ом. Вот это наглость, а. Шансунг такого не прощает. А, нет, прощает. Ой, блин. Забавно, но тем не менее Fatal Blow зарешал первый раунд. Ой, господи. Так. Аккуратничает с трупами. Конец. Угу. Вперед 4-3. Заходит. И заряжает снова. Хорошо сбивает с воздуха, но не конфермит. Супер позешт. Так. Бросочек. Паниш. Ой-ой-ой, ну не этим же панишить надо было, конец. Полез, слишком долгим мувом полез сейчас конец, за что и получил в Crushing Blow контер. Так, хорошо на реверсале с парочки кидает. Угу. Ловерхед, так. Этуэр. Отличный конферм, но метра не было у конца, чтобы доконфермить дальше. Чуть-чуть хп осталось у Позешта.
Ой-ой-ой-ой-ой, это смерть? Да, великолепно. 1-1. Конец. Конец. Так прям экономил этот Fatal Blow. Ну, не хотел прям сжигать. Хотел вот третий раунд, тогда и сожгу. Тогда и сожгу на костре этого Люкана, но нет. Не судьба. Ник Позеста говорит на португальском. Какая разница? Португалия это тоже... Это тоже часть Евразии, так что все в порядке. 1-1. Sub-Zero? Что это? Нет, нет, конечно, какой Sub-Zero? Нет. Хотя поговаривают, что Sub-Zero топ-1. Топ-1 в онлайне. Ну, по крайней мере, это такое общепринятое, скажем так, мнение. Не знаю, насколько оправданное, если честно, сомневаюсь, но тем не менее. Overhead low mix-up и не реактится совершенно. Особенно с большим пингом. Так. Угу. Великолепно. Великолепно наказал сейчас Позешт. Так. Вперед два, сбивай с воздуха. 1-1. 1-1. Страшная серия у Шансунга. Ой-ой-ой-ой-ой. Таким медленным вперед 2 сейчас. Да, даже Dragon Flying Kick не... Этот... Позешт. Даже Dragon Flying Kick не стал делать. И просто Dragon Flying Kick! Просто на вейкапе, камон! Просто камон, ребят, это жесть! Так. Ой-ой-ой, перепрыгивает. Угу, оверхед заходит. Так, а где? Конферм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В контер перед 2-4. Очень любит конец эту серию вперед 2-4. Очень любит. Вы обратили внимание, как часто он ее пихает? Просто капец как. Так, но не снял еще. Пиксель оставляет. Труп взрывает. Пиксель остается. Найс! Хорошо Паниш? Твою мать! Камон! Просто камон! Как? Как этот Люкан вообще скамбэчил, боже мой. Конец какую-то, извините, муйню. Сделал сейчас, вместо того, чтобы добить просто D1 джебом, чем-нибудь таким быстрым, он что-то то ли четверку пихнул, то ли тройку стендовую. Ну и, собственно, за это и поплатился. Да. Ой, брейковый плохо сжигает сейчас конец. Ой, конец. Супер пассаж. Угу. Так. Оставляет на ногах. И Fatal Blow нету уже у конца. Найс. Хороший анти-джеб. Так. Паниш! Все, наконец-то панишит это конец. Ну все, говорит, конец твоим ансейвом. Я конец, конец твоим ансейвом. Хватит пихать ансейвы. Так. О, обманул. Пиксель остается. Да. Надо было дальше сидеть. 2-1 в пользу легенды Вуши. Ну что-то как-то конец... расклеился. Если честно, он делает несколько нелогичные вещи, когда когда дело касается вблизи. Он мало очень использует свою серию 1-1, превосходную серию у Шансунга, но тем не менее очень мало почему-то использует, и я несколько удивлен этому. Вместо этого он там даже впритык вперед 2-4 пытается и назад 3-4 там пытается пихать, что вообще странно. Ну что ж, 2-1, пока что в пользу Супер Позеста. Я напоминаю вам, что это лузера, поэтому проигрывать уже нежелательно бы. Round one. Fight. Так. Угу. Так, вперед 2, остановился, бросил. Паниш! Есть паниш от конца. От конца. Как же дико звучит, когда я называю его никнейм. Хорошо. Есть антиджеб, но не сконфермил дальше. 1-2 супер позест там. Надо было дэш делать. Так. Паниш! Есть паниш. Интеракт. Супер позест сейчас... Просто нажал интеракт на вейкапе. Чё к чему?
тем не менее, конец его зашимил и наказал. Хорошо. Отличный паниш. Так. Ну, что-то как-то... Наконец-то выбирается Позест из угла, но с такими прям потерями по хп. Ужас. Ага. Куда заряжать свои... Свои эти стойки волшебные. Так. Теперь в углу оказывается конец. Посмотрим, как он себя проявляет в углу. Да неплохо проявляет. Выходит из угла, тем не менее. Так. Забросал. Забросал супер позест. Ой-ой-ой, все, смерть. Убивай. Хорош. 2-2. Отыгрывает конец. Как мы видим, угол для легенды Вуши это такое себе дело. Что-то как-то плоховасто выходит из угла. Но тем не менее, Позест, наверное, сейчас соберется. Естественно, никаких контрпиков, никаких контрпиков по вариации, все нормально. Так. Ой, хорошо, наказал с парочки сейчас супер позест. Усиление, точнее, ой, а брейковые вот зря он сжег. Так, 1-1. Наконец-то 1-1 начинает использовать конец. Так, так. Господи, сколько флавлес блоков. Оп. Лоу, оверхед. И огонь в лицо. Просто. Ансейф, а мне плевать, все равно делаю. Оп, хороший конфирм через парки. Ага, чуть-чуть хп оставляет. Только налетел сейчас супер позест своим драгонфлайн киком, как тут же получил. Воу, как выпрыгнул сейчас, брейкэвэй сжигает. Это матчпоинт. Так, для конца. Хорошо. Крашен Блоу получает. Драгон Слайм Кик получает. Отличный дамачок. Заряжает, ко всему прочему, себе огненные ручки. Огненные ручки и горячие пуканы приближаются. Поехали. Прессит в углу. Куда? Куда конец полез? Выпрыгивает конец, как ни странно. Ага. Полез. Просто полез сейчас супер позес. Даже не думал, что весь метр сожжет конец на такое. И фаталити. 3-2. Брутальти, простите. Ну что ж, 3-2. В пользу конца. Конец тебе пришел.